Друзья, этой ночью в Санкт-Петербурге неизвестными лицами была избита известная молодая российская певица и актриса Юлия Паршута. На данный момент актриса находится в больнице с серьезной травмой головы. Этим делом занимаются сотрудники местной полиции, уже возбуждено уголовное дело. К сожалению, сотрудники полиции подробности не разглашают в интересах следствия, поэтому информации никакой нету. Родственники, друзья и знакомые Юлии до сих пор пытаются скрыть эту новость от общественных СМИ для того, чтобы в интернете не появились фейковые новости. Мы как только узнали об этом, сразу же решили рассказать вам, друзья. Только мы узнаем первыми о том, что происходит в шоу-бизнесе. Берегите себя, смотрите наши новости каждое утро, и уже завтра рано утром мы сообщим вам подробности этой трагедии.